Внешняя оболочка прибора EVA обработана естественным магнитным полем Земли. Внутри прибора находится природная эталонная вода, которая бесконтактно передает энергию и информацию воде, протекающей через прибор в виде вихревого потока. Благодаря этому вода обретает силу и энергию, характерную для качественных природных источников. Исследования и научные тесты подтверждают, что вода не только приобретает улучшенный вкус и дольше хранится, но отличается также повышенной мягкостью и положительной микробиологической устойчивостью. В ней прекращают размножаться микроорганизмы. Она обладает улучшенными очищающими свойствами, очищает трубы от ржавчины и накипи. При поливе такой водой растения лучше растут, а при использовании ее в отопительных системах расходы на обогрев снижаются минимум на 7%. Посредством витализации воды по технологии EVO. Черная, дурно пахнущая вода из отопительных систем становится снова чистой и прозрачной. Появился новый процесс в природе — витализация, оживление. Это, собственно, то, про что я говорила. И при помощи удивительных приборов мы даем воде те информационные свойства, которые ей нужны. И даже в закрытых топливных системах через буквально 7 дней вода становится прозрачной. Посмотрите, что делается с трубами. Через 4 месяца труба становится практически проходима. Бытовые, мини-системы насадки на душ. И сейчас появились новые приборы, которые называются карманными витализаторами, то есть оживителями. Нет времени долго про это рассказывать, но чтобы вы поняли, что они делают с водой, пойдем по этому же принципу. Смягчают. Это очень важно. Понижает поверхностное натяжение. Идеально структурирует, но это не самое главное. Самое главное то, что переносится информационная память альпийских родников. То, о чем мы практически не мечтали. Потому что сейчас информационный перенос уже доказан. Было проведено тестирование на аппарате Кирлиан. Аппарат Кирлиан – это абсолютно объективная методика. Вот капля воды, которая светится, которая имеет биополе. Аппарат Кирлиан фиксирует все биополя живых объектов. Посмотрите, какое свечение. То есть, и оно светиться будет очень долго. То есть это абсолютно четкое, доказуемое, математически просчитанное излучение. Дальше мы обрабатывали ее витализатором, то есть палочкой. То есть эффект практически удваивался. То есть ничего больше не делалось. Время экспозиции 3 секунды. Ага, водопроводную воду опять брали, вот такое у нее было свечение, и пропускали через витофильтр. Угу. То есть энергия практически удваивалась, то есть появлялся второй порядок энергии. Для тех, кто разбирается в энергоинформационных вещах, образование второго уровня – это повышение энергетики в несколько тысяч раз. Угу. Не просто в десяток раз, в тысяч раз. Угу. Потом мы брали нашу лучшую воду, нижегородскую. То есть она достаточно более энергичная, чем обычная вода. Видите, у нее вспышки периодически, да? Витализатор палочкой обрабатывали, ага. Еще более мощная. Обратите внимание. То есть это время экспозиции буквально палочки 5 секунд. Значит, вот так вот выглядела вода обратно-осмотическая. То есть это из бутылки. То есть вода из бутылки. При замораживании. Это делали в их лаборатории. Дальше они взяли, обработали воду витализатором. Вода, обработанная просто витализатором. Вот такая снежиночка. Теперь в эту воду добавили коралловый кальций. Третья снежиночка. И потом взяли опять такую же воду, уже без кораллового кальция, добавили микрогидрин. Да. Появилась структура второго порядка и упорядоченность второго порядка. Когда они получили эту снежинку, они сказали, что такой плотности снежинки говорят о высоком-высоком энергоинформационном свойстве, то есть идеально структурированная вода. Еще раз разрешите вас поприветствовать. Меня зовут Михаил Яковлевич Лоховский. Я тот человек, который разрабатывает и производит устройства для обработки воды. Эта обработка заключается в том, что воде придаются новые свойства. При обработке устройствами происходит структурирование и энергетизация воды. И в результате та вода, которая прошла через наши устройства, она имеет структуру, подобную структуре талой родниковой воды.
и высокую энергетику горных источников. Вот перед вами на экране разрез устройства Летализатор Макси. Последняя модификация, которая предназначена для установки на большие комплексы. Это может быть коттедж, подъезд жилого дома или целиком жилой дом. И вообще любые здания и сооружения ЖКХ и промышленности. Здесь показаны фотографии, которые мы обязательно делаем на всех объектах, на которых работаем. То есть перед тем, как поставить наше оборудование, мы разбираем коммуникации, фотографируем систему либо труб, либо запорной арматуры до установки приборов, а затем с определенным интервалом времени, это как правило от 1 до 2 месяцев, делаем последующие фотографии для того, чтобы наблюдать тенденцию изменения. Вот здесь очень хорошо показано. Вот эта вот картинка, это труба на доме, которая простояла всего 6 лет. У нее исходный диаметр был 32 миллиметра. И как вот видите, когда вот мы фотографировали, вот эти маленькие черные полосочки, это как раз и была та полость, в которую идет вода. Это вот труба горячей воды, подача горячей воды на жилой дом, вот на объекте ТСЖ «Центральный». ТСЖ «Центральный» — это большой жилой дом, в котором 126 квартир, 10 этажей. А вот эта картинка, та же самая труба, но после 2 месяцев работы с установленной системой структуризации. Как вы видите, явно видно, насколько быстро происходит очистка системы. К чему приводит эта очистка? Вот эта очистка приводит к тому, что когда мы с вами открываем кран, мы видим уже у себя воду не вот такого или такого изображения, а вот такую воду. Воздействие структуризаторов настолько эффективное, что вот статистически, вот эта вода до, вот это через 2 дня, а это через 7 дней. Правда, вот эти фотографии были сделаны на начальном участке системы водоснабжения. Вот чудес не бывает, невозможно вот так вот щелкнуть пальцами, и вода из такой мгновенно станет вот такой. Этот процесс растянут во времени, и время от такой воды до такой зависит от ряда превходящих факторов. Из каких примесей складывались отложения, сколько времени эксплуатировалась труба, при каком температурном режиме, исходный материал трубы, ну и так далее, как бы не буду вам голову забивать. То есть это все равно протекает во времени, но результат совершенно четкий. Вот здесь показано фотография ванны в реальной квартире на конечном участке трубопровода горячей воды. При этом могу очень интересную историю рассказать вот про эту ванну. Значит, как я уже сказал, перед тем, как устанавливать систему, мы производим обследование дома. Вот зашли в эту квартиру, потому что выбирали специально квартиру на конечной точке подачи. И в этой ванне никакой воды не было. Там на донышке стояла голова оленя. Я говорю хозяйке, какой у вас оригинальный дизайн. А она говорит, так а что, я эту ванну 6 лет назад купила в Эмиратах. Купаться все равно невозможно, вода грязная, пусть хоть голова постоит. Вот, но уже через 7 дней, когда опять пришли фотографы снимать, а это очень интересная семья, у них 5 детей, и маленькой девочке 2 года 8 месяцев. Ну, такая очень боевая дама, она сразу же мне заявила, что она будет артисткой, сразу же стала мне допрос с пристрастием, зачем я пришел. Вот, так вот, когда второй раз пришли, она уже, эта вот боевая дама, купалась в ванне, вот видите, игрушки разбросаны. Ее вытащить не могли, просто до истерики из этой ванны. То есть уже мама рассердилась, схватила, там в полотенце завернула. Почему? Вот то, что рассказывала Ольга Алексеевна. Структура этой воды совпадает со структурой межклеточной жидкости и жидкости в клетке человеческого организма. Вот вы взрослые люди, вас можно убедить, вам можно привести ряд аргументов. А маленькие дети, они соображают на уровне подкорки. Точно так же, как вот животные. Так вот, эти дети на уровне подкорки понимают, что им в этой воде очень хорошо. И мы, кстати, регулярно сталкиваемся с тем, ну, последний раз вот такая информация у меня была где-то за 2 дня до Нового года. У нас сейчас очень большой проект готовится,
Значит, микрорайон будет застраиваться 300 тысяч квадратных метров. И там планируется наше оборудование. И для того, чтобы, значит, руководство управляющей компании показать, что вот это на самом деле дает хороший эффект, я руководителю этой компании дал витализатор мини, который на душ. И говорю, давайте так, я вам не буду ничего рассказывать, вы сами попробуйте. Через два дня ему звоню, говорю, как дела? Он говорит, да в общем дела хорошо, только с сыном проблемы. Я говорю, какие? А он говорит, часа по полтора не хочет вылезать из ванны. Я говорю, сыну сколько лет? Он говорит, 14. Вот, кстати, моему сыну 12, с ним 150.